Да, походу опять началось. Это и не заканчивалось. Привет всем. Снова здравствуйте, господа и товарищи, девочки, мальчики, девушки. Итак, Викторович. Приехал, после зимней спячки вылез из берлоги. И угадайте, чем мы будем заниматься? Естественно, победой. Победой, да. А чем мы будем заниматься? В процессе мы вам расскажем. Начнем с самого неинтересного, наверное, по мнению других. Начнем с анпакинга, с распаковки посылки на победу. Анпакинг — это что? Распаковка. А еще когда два мужика. Нет, ты что, блогер, ты что, анпакинг? Анпакинг. Вот такой у нас баннер. Можно, кстати, его сделать. Имени самого себя. Меня хоть куда-нибудь спеши. Можно я маркером? Я тебе дам перманентным, да? Можно вот здесь QR-код поставить. Будет как с этим. QR-кодов уже хватило. Коронавирус. Да, в 21 году. Начинаем анпакинг. Ты не меня снимай, а коробочку. Надо снять довольное лицо распаковки. Сейчас посмотрим. Радоваться, плакать. Да. Не знаю, что. Серега нож подарил. Серега, привет. Но это не я. Конечно, ты, блин, наждешься. Я ножа не дарю. Ты мне канцелярский только дарил. Это без лезвий. Пластиковый, с одной стороны сломанный. Многоразовый. Многоразовый. Посмотрим, что там. Я даже сам не знаю, что там. Пока нам не надо, это лишнее. Это личное или лишнее? Личное. Два глада, я телефон буду заворачивать. Правильно, тебе надо. Угу. Так. О! Болтики под номера. Да. СССРовские. Орига. И мелодер. Начну с мелочевки. А, так, а это что? Хомута на патрубок. Контурный газ. Понятно. Сейчас вскроем. Вещь старинная, цены немалые. Блин, лучше бы вот они тебе пакеты вот за газ положили. Тут пакеты такие классные. Ну они экономят. Ну у тебя пакетов, я видел сколько? Да они пятерки, они дурацкие, нафиг. Не, вот эти вот, Вера. Сейчас покажем. Я Санычу привез целый пакет с пакетами маленьких таких вот с надписью Вера. Я думал, он обрадуется, а он расстроился. Я сейчас покажу пакеты. Я там такое количество, там продавать их можно. У всех моих осталось. Друзей, у всех моих знакомых, у родителей, у сестер, братьев, у всех уже эти пакеты. У братьев. Это на ванну? Да. Кронштейн. А, это номерной? Да. Я не знаю, как он собирается. Ну, квадрат к квадрату иди. Короче, он ставится у нас вот сюда, кронштейн переднего номера. Короче, вот это так. Вот это, по-моему, вот так. Так. Вот сюда он крепится. Сюда. Опять будешь хром смотреть. Мне уже вчера хватило это. Никому не говорил. Не скажу. Короче, я забил. Надо фотку смотреть. Я помню, что вот тут вот как-то так должно быть. Угу. Ну ладно, разберешься, короче говоря. Короче, кронштейн передний номер. Главное, что он... А, мы же не показали бампер. Дай камеру, пожалуйста. Мы не показали бампер. Вчера с Серегой прикинули бампер. О, ну как бы вроде все ровненько, плюс у нас еще перемычка, и вот купили кронштейн номера. Сегодня бампер сейчас я подскидываю, крашу изнутри, антикорю и ставлю уже, даже хочу сегодня номера повесить, номер передний. Так, ну и дальше самое дорогое, самое непонятно какого цвета. Потолок? Потолок. Цены немалый. Где мои таблетки? От чего? От головы? От сердца. Какой-то розовый или от футболки? Отдает от футболки. Какой-то... Чё какой? С налетом. Розовый? Розовый. Я не знаю, зачем мы его, конечно, вскрываем. Я тоже не знаю. Давай-ка к лавочке подойдем. Гамма удачная, цветовая. О. Синий гараж. Футболка. Не на правах рекламы. Вот такой вот это искусственный кашемир. Готовый уже потолок к установке. Ну, когда будем ставить, тогда покажем вам. А так все, потолочек у нас есть уже. Как тебе? Шикарно. Только вопрос один. А дуги есть? Да, ты меня спрашиваешь. Вообще дуги надо на это самое, непосредственно на потолке уже как бы отдавать. Или одевается уже это отдельно. Это здесь одевается. Они все подписаны у меня. И старый потолок прям у них лежит. То есть прям будем вытаскивать туда. Да-да-да, там просто дуги нельзя путать. Нельзя. Они все подписаны маркером. Конечно. Вот. Я только это хотел спросить, все. Заводи бибику. Не хочу. Давай ты будешь. Паспорт у меня. Паспорт. Да нет у тебя никакого паспорта. У тебя даже у тебя нет паспорта. У меня не на холодильник, у меня есть паспорт. Ну да, максимум. Ну да. А твой-то у меня. Иди запускай машину. Заводи. Заводи, сам знаешь чего. Запускаем бибику. Да, давай. Я подержу. Опять с этой педалью газа, блин. Ну давай я сейчас погазую немножко. Видишь, он газ не возвращается. Давай! Оп! Огонь! Что мы сделали? Что мы делаем? Вчера сбросили две двери. Серега проваривал переднюю правую дверь и заднюю. То есть все косяки накинули порожки вот эти вот декоративные, пока вот такие. Сейчас мы опять накидываем двери, смотрим по зазорам, что у нас получается. И будем прикидывать заднее крыло. Серега его также будет проваривать. День следующий, очередное доброе утро. Викторович уже там, под машиной. И как всегда, когда я снимаю контент, он включает болгарку. Но это нормально у нас. Смотрите, накинули бампер, закрепили его, все как положено, выставили перемычку, номер. Даже повесил номер. Вот здесь оригинальная рамка, все, что он показывал в анпакинге. Вот так вот все это выглядит. А мы тем временем с Серегой занимаемся порогом. Привет. Паспорт я отдам. Товарищи. Ты достался своим паспортом. Ну, я тебе его не отдам, паспорт. У тебя его и нету. Есть. Он все врет. Нет. Короче, вот паспортный стол, блин, что ли? Да. Вот этот декоративный порог, прикинули его. Здесь загнали под крыло, надварили немножко. Переходную эту пластиночку сделали. Здесь сверху затянули саморезом. Сниз тоже мы притянули. Вот сейчас Серега будет его обваривать. Тебе уютно? Очень. Если подушку с одеялом дал, вообще можно было бы отдохнуть, покушать. А если девчонку? Лучше сварку, давай сюда. Как всегда, какого разговора о женском? Включил? Это лишнее. Перчатки дай, брат. Сейчас, брат. А где? А вот, смотри, у него сзади где-то. Я побед нет. А, есть, Надя. Массу? Массу. Спасибо, брат. Не за что, брат, обращайся. Так, что у нас? Дверь левую скинули. Да, правую дверь тоже скинули, левую дверь подгонять будем. Что получается, Серега? Вот левая дверь у нас. Состояние, в принципе, оно живое. Еще простучим, посмотрим, ну, петли, по крайней мере, в нормальном состоянии. Сейчас музыку выключим. Так, дверь Серега подделал, подварил, дверь уже идет в покраску. Крыло, заднее крыло, левое вчера тоже накинули. Вот он проводил вот эти вот шайбочки сюда. подварил шайбочки, подварил вот эту вот фигню для раскошки крыла и тоже крыло покрасил. То есть эти две детали уже готовы для покраски. Дверь я разобрал, стекло вытащил. Кстати, стекло на Победе элементарно вытаскивается, элементарно снимается, никаких проблем нету. Вот. С номером вот так вот она выглядит, конечно, прикольно, необычно. Вчера вот чисто такую лайтовую работу делаем, блин, под конец этого рабочего дня. Загоняем ее в гараж, что в гараже светло, и вот вчера накинули бампер, затянули номер, повесили. То есть как бы уже все, мордочка готова у нас. У кого, может быть, есть, вот сюда заглушечка М20, напишите, может, договоримся с вами. Ой, день следующий, встал утром пораньше, съездил в железнодорожный, скупил всю шпаклевку. Шпатлевку. Так, что у нас получается? Правая сторона, правая дверь вышпаклевана. Вот так вот все это выглядит. Вот, шпаклевку всю я перетер, дверь тоже вот этот грунт перетер 400-кой. Далее сейчас буду наносить акриловый грунт. Крыло уже я зашпаклевал. Вот в таком вот оно состоянии сейчас. Это тоже уже акриловый грунт нанесен. Еще, правда, он до конца не высох. Вот так вот все это выглядит. Трава вся просто вот в этой шпакле. Я весь в шпакле. День следующий, 9 мая 2023 года. Чем заняться в День Победы? Соответственно, победой. Так, перетираю дверь. Немножко здесь нашел я косячки. Мне не понравились то, что были небольшие раковинки. Я их затыкал. Вот здесь нанес грунт. Это место я замотовал уже. Не стал сюда грунт наносить. Ну, как бы вот так вот все это сейчас выглядит. Грунт подсохнет и буду перетирать. Дальше заходим в гараж, а в гараже у нас покрасочная камера, баннер свой закрыл я, крашу заднее крыло, первый слой пока нанес. Вчера что получилось, какой косяк? Вчера торопился, спешил я, хотел быстрее покрасить это крылышко, чтобы все хорошо было по красоте, чтобы было. 3 слоя дал базы. Включил пушку пропановую, закрыл все двери, все, ушел отсюда, через 1,5 часа захожу. У меня такие потеки просто. Здесь. В общем, ужас. Пришлось старую краску мотовать и заново вот сейчас я крашу. Сейчас вот первый слой пока лежит. Видимо, вчера я накосячил то, что слишком жидкую краску сделал. Да, вспоминается прошлое 9 мая, которые были раньше, собирались с друзьями, с пацанами, с девчонками. Жарили шашлыки, отдыхали, в домах красные флаги висели. Выгнал я победку, вот так вот она выглядит, рядом с Эмэлем. Необычно довольно. Так прокатился по двору. Классно, конечно. Ну, ничего, моя старушка, еще немножко. Следующий 9 мая, я думаю, мы уже с тобой выйдем. Должны выехать, по крайней мере, если Сергей Викторович нас со сваркой своей не подведет. Вот, а по длине она, смотрите, она почти как МЛ. Вот бампер будет вот здесь, ну, чуть-чуть длиннее МЛ. Так что в теории, может быть, она в красивый гараж у меня пойдет потом храниться. Да, мне кажется, такая же, как МЛ. Вот. Ну, сейчас буду скоро второй слой наносить. Блин, боюсь, что опять потечет. Что-то не знаю, то ли я подзабывал, как красить. Подзабыл, вернее, блин, ну, что-то как-то стрёмно. Ладно, глаза боятся, руки делают, посмотрим. Да, обещали, что всю неделю не будет дождей, в итоге такой ливень пролил, вот, сами видите. Так, прошло парочку дней, и вот такой вот результат. Окрашена правая дверь, не выдержал я, просто не выдержал, утром приехал с работы и надел на нее молдинг. Ну, захотелось, просто руки горели, не передать. Вот так вот все выглядит, меня покраска устраивает полностью. Крыло, тоже с крылом, вот такой вот вид. Крылышко. Так, что осталось? Чем я сегодня буду заниматься? Сегодня займусь немножко сборкой. Мне надо выводить, шпаклевать правую сторону, правый закат, порог. Но у меня кончилась шпаклевка. У меня осталось вот немножко универсалки, блин. А мне еще стеклуха нужна. Поэтому чем я сегодня буду заниматься? Сегодня буду ставить ручки. Вот, покрасил. Сейчас буду вытирать, затирать. Сегодня буду, вернее, ставить ручку двери, замок. Пытаться разобраться со стеклом, как-то поставить это стекло. Вот. А с дверью, с крылышком, с крылом, вот фонарь, вчера его тоже покрасил. Вот, буду устанавливать вот этот сразу фонарь, чтобы у меня сразу было mission complete, когда я после окраски самого кузова, чтобы я прям ставил, все готово, все с ручками, все с замочками, все четенько было. Вот, естественно, там замки притягивать не буду для регулировки. Вот. Ну, в общем, так, начинаю. Сейчас промажу весь механизм замка. Вот. И ставлю ручку. Так, продолжаем. Буду вышкуривать вот эту вот правую сторону до конца добивать. Купил вот такую вот губку мягкую, 80-ку. Сейчас вот эти вот все краешки выведу. Туда, куда машинка у нас не подлазит, вот здесь выведу. Здесь надо поднакидать еще стеклухи. Вот так вот, я думаю. Вот эти вот места тоже все вывести. Так, и дальше, после того, как выведу, сюда стеклухи, сюда универсалку. И уже потом перетру универсалку и буду грунтовать. Нанес сюда шпакли со стекловолокном. Здесь наложил вот такой неаккуратный слой, конечно, универсальный шпаклевки. И тем временем я занялся сваркой. Потому что корт это все стоит, никуда с места не двигается. Все потеряно, можно так сказать. И все вот эти вот деталюшки, он их по всему гаражу, они раскиданы. Искал, вот это вот собирал, вот эти вот желобки заварил. Вот этот вот желоб, вот это заварил. Здесь дырку нашел. Так, дальше чем я хочу заняться? Сейчас хочу поставить вот эти вот усы, крепление бампера. Под них надо вот здесь вот заварить вот этот вот металл. Здесь Серега оставил куски. Сейчас вырежу, отмечу на бумаге, вырежу и приварю металл. Дальше нужно поставить вот эту вот направляющую. Сейчас я вам покажу ее. Вот она. Отсюда надо будет ее срезать и приварить на эту сторону. Также по этой стороне вот здесь вот виниль. Нужно сейчас будет мне подвырезать. Направляшку трогать не буду. Вот это вот вырежу и тоже вот зашью. То есть усы бампера я планирую сегодня поставить. А здесь вот такой вот слоеный пирог. Тихий ужас. Так, ладно, продолжаю. Быстрее багажник закончить. Да бак хочу воткнуть. Ну, это не сегодня, естественно. Вот, а здесь так вот немножко подшпаклюется и, в принципе, сойдет. День следующий. Покажу вам, что сегодня сделал, не заснял. Что было, засниму, что получилось. Так, вышпаклевал я универсальной шпаклевкой вот эти вот закаты, пороги, все вот эти швы. Сейчас тут 2-3 трещинки я нашел здесь. Немножко нанес универсалки, затру, и все, здесь сторона готова под грунтовку. Так, с багажником занимался я креплением запасного колеса. Закрепил вот этот вот крепеж. Всю зиму он у меня валялся в гараже под ногами, блин, просто ходил, спотыкался от него. Внутри его прокрасил. Так, установил вот эту вот. Установил, также заварил вот этот вот крепеж. Левый, он здесь был отрезан, здесь заварил, немножко подчистил. Варил закладные гайки под крепление бензобака. Вот, установил крепление бампера, наконец-то. Глушак хоть стоит нормально, блин. Надоело, сил нету. Так, прикидывал я левую дверь. Убраться в одного дверь ставить. Такое себе удовольствие. Он целая куча брусков. Поднимал. На табуретку ставил, на табуретку брусы и поднимал, вставлял дверь. Дверь, в принципе, заходит нормально. Подточил ее снизу. Дверь уже в гараже на зачистку и на грунтовку тоже. Я эту запаску и 77 приносил, выкидывал, сдает она или нет. Но, так, хочу также поделиться. Смотрите, какая вещь у меня есть. Советский зеленый велосипед с шильдиком ММВЗ. Минский Аист. Вот такой вот взрослый велик. СССР. Главное, сидушка еще так сделана в СССР. Багажник, фотик такой прикольный. Не знаю, хочу заняться этим великом. И на стену повесить в гараж. Как ни странно, вот такие вот велосипеды сейчас просто выкидывают. Да, он даже с номером. Интересно, год какой. В общем, время уже 6 вечера. Одного делать и сварку, и малярку, и подготовку к покраске. Как-то, знаете, медленно все идет. Очень медленно. Так. С этой стороной еще вообще пока не занимался. Здесь все двери надо выставлять. Здесь на сегодня заканчиваю. Хотел поддонкратник, правда, подварить. Может быть, сейчас, да, приварю поддонкратник. и буду заниматься вот творческий беспорядок. Блин, когда же они убавятся? Прям я жду вот этого прям детали, которые эти. Заднее крыло, раз, два, три двери и одно крыло. Так, подточил дверь по всему контуру, подварил ее немножко. И сейчас буду разбирать, вытаскивать стекло, кораллом проходить и всю с внутренней стороны красить. В машине не хочу под донкрасить, только подварил, наверное. Все хорошее на сегодня. Итак, день опять следующий, сниму финалочку. Победу загнал в гараж, загнал задом. Что делал, не снимал. Сроки, тороплюсь. Делаю быстрее, уника, зашибись. Покрашен вот эта вот сторона, то есть покрашен пороги, покрашен закат, покрашен район дверной. Здесь у меня все выкрашено уже. Петли, вот так вот пушка стоит, сушит. В общем, сегодня затер и загрунтовал, покрасил правую сторону. Также варил левую сторону, видно, лапки сделал. И дверь с внутренней стороны я покрасил. То есть проемы и сама дверь выкрашены. Здесь нанес герметик. И вот так вот все это выглядит. Завтра день следующий будет. Завтра буду заниматься с дверью. Чисто с дверью машину трогать не буду, только клейку сниму и все. Так, по Победе также вставил решетку на место. Тут тележка не стояла. Усы тележки не входили в крыло, рассверлил и вот все затянул, закрепил. Пушку минут на 20 составляю, потом приду выключу, потому что с ней вот сушишь этой пушкой, да, действительно прям блеск дает классный. Вот, как-то так вот это выглядит. Хотел на улице красить бочину, но ветер, в общем, невозможно работать. Кто мне будет задавать вопросы, вернее, задаете уже вопрос, почему ты ее сразу всю полностью не покрасишь. Первое, это распыл, то что если красить машину полностью, распыл в любом случае будет, и потом где мне ее красить, в этом маленьком боксе. Второе, то, что я покрасил по частям, мне негде хранить готовые детали. Так вот, крылья, капоты, все уже стоит на месте на машине. Вот. И смотрите, этапов, по-моему, 6 покраски. Это багажник, капот отдельно, 2 порога отдельно. По автомобилю останется, буду я тупо красить вот этот жёлоб, крышу и уши, и багажник. Полы, то есть пол в багажнике и пол, который с левой стороны в салоне, это тоже будет краситься отдельно. Скажете вы мне, ты в цвет не попадешь. В цвет попадаю, краска бубихел. Даже вам я сейчас банку покажу. Это уже проверено годами, не один автомобиль ей выкрашен под 100% попадания в цвет. То есть отличаться детали не будут, это уже проверено. Поэтому я решил красить ее вот так вот частично. Ладно, до завтра. День следующий, он же будет, друзья, финальный, потому что серия и так большая получилась. Хотел я сделать серию сварка, завершение проекта, но не получается еще, не успеваем. Так, чем я сегодня занимаюсь? Погода вообще не дает работать, дождь целый день, вон уже сколько травы у нас. Потихонечку кашу траву. Так, сегодня буду красить дверь. Все, она загрунтована, зашлифована, Победу выгнал, полы намочил в гараже, все по стандартной схеме. Ой, блин, пока дождик был, сегодня сваркой занимался немножко. Только накинул колесо на автомобиль, блин, выгнал, сразу дождь пошел, и закон подлости какой-то. Так, пришла мне петля, установил петлю на место. Люфта практически нет, то есть все отлично. Так, заваривал сегодня вот эту вот кромку, вырезал и подваривал вот эти вот дырки. Вот, друзья, не обращайте внимания на швы, все равно все кузовником здесь закроется, будет как там. Вот так вот отсюда выглядит. И заделывал закат, то есть зашивал закат, обшивал. Так, работа по сварке, что у меня остается, нужно порог добить, немножко вот этот кантик подварить. Порог снизу там немножко подделать. Дальше нужно вот это вот заднее крыло завершить, вот эту архитектуру вот создать. Здесь также спилить, выпилить вот эту вот вареную пластинку и новый металл варить. Доделать лонжерон, доделать желоба. И получается заднее крыло, задняя дверь, передняя дверь. Ее тоже надо немножко подварить, и на этом все, я думаю, сварка заканчивается. Там, конечно, будут такие мелочевки, ну, не беру в расчет. Так, все, краску развел, сейчас обезжириваю дверь. И начинаю первый слой, потом покажу вам все, что получилось, и на этом все, финалочку доснимем. Та-дам! И вот, третий слой нанес. Выдержку делаю по 15 минут, межслоевую выдержку. Вот так вот все это выглядит. Все, сейчас загоняю победу, сейчас гараж чуть проветрится, загоняю победу, включаю пушку и ухожу. На сегодня все, хорош. Вот, ну и в принципе, надо серию на этом заканчивать. Так большая серия получилась. Вот. Как вы видите, работа с победой идет. Никуда я победу не забросил. Все так же продолжается. Надеюсь, что это скоро закончится. Вот. Ладно. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Яндекс Дзен, комментируйте видео, ставьте лайки, не забывайте. Всем мира, добра, удачи. Всем здоровья. Всем пока. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как НЗ, не берегли.